Всем привет! Рубильник в кадре. Я на пути к абсолютному мировому рекорду Гиннесса в планке на турнике. И с этой минуты я запускаю свой персональный челлендж в этом статическом упражнении, чтобы понять, как много атлетов по всему миру умеют делать этот невероятно простой, на первый взгляд, элемент. Призовой фонд – $100. Вознаграждение получит тот участник, который простоит в горизонтальной планке на турнике дольше всех, с соблюдением правильной техники, при этом не менее 2 минут. Челлендж продлится ровно 3 месяца, до 23 октября 2021 года, чтобы каждый желающий смог принять участие. 3 месяца – это тот срок, за который можно научиться стоять в горизонтальной планке на турнике с нуля. Правильную технику исполнения вы сейчас увидите на экране. Выходим в передний упор на турнике любым возможным способом. Наклоняем тело таким образом, чтобы образовалась идеальная горизонтальная параллель земле. Голова смотрит прямо. Руки разводим в стороны. Любое отклонение вот этого положения будет считаться ошибкой. Сейчас я на личном примере продемонстрирую планку на турнике, чтобы вы на 100% смогли убедиться в правильной технике своего исполнения. Чтобы принять участие в челлендже, вам достаточно снять видео с нескольких ракурсов, выложить у себя на канале с хэштегом «Рубильник» и отправить ссылку на него в комментарии под этим видео. Также не забудьте подписаться на мой канал. Всем желаю удачи!